В Кузыбаев университете вручили первый сертификат OneSea Профессионал. Преподавание основам этой программы проходило в Центре сертификационного обучения. Его в ВУЗе открыли в мае текущего года. Курсы для студентов бесплатные. Какие перспективы открывает обучение в центре и как дальше его планируют использовать, расскажем далее. Александра Евтихова стала первой, кто получил сертификат 1С в стенах Кузыбаев Юниверсити. Второкурсница изучала основы программы весь июль. Еще неделю ушла на подготовку к экзамену. Его Александра успешно сдала и получила сертификат, который открывает большие перспективы трудоустройства, говорит студентка. Я теперь могу спокойно устроиться бухгалтером в любую компанию, где есть эта программа. И теперь я спокойно могу работать в программе 1С «Бухгалтерия». Это очень удобно, потому что мне приходилось сначала ездить в одно место, чтобы там пройти одну часть программы, потом в другое место, чтобы пройти. А теперь это можно сделать все в стенах вуза. Для этого в ВУЗе и открыли Центр сертификационного обучения. 4 педагога прошли подготовку по категории тренеров и получили возможность обучать других. Кузыбаев Юниверсити сейчас единственный вуз страны, где есть такой центр. Выдаваемые здесь сертификаты признаны Союзом бухгалтеров Казахстана. Мы сначала будем данную программу проводить в рамках курса учебного, то есть это компьютерные технологии в бухучете, электронный бухучет. Далее в планах пройти еще другие курсы и получить тренерство, чтобы наши студенты и преподаватели обучались по другим курсам. Для студентов это бесплатно, поскольку это в рамках учебной дисциплины, они получают сертификат, если успешно сдают. И в планах у нас второй этап – это преподаватели и сотрудники. В ВУЗе планируют открыть такие сертификационные центры на других факультетах. А еще в планах обучать не только студентов и преподавателей, но и североказахстанцев, которым нужен сертификат. Айгерим Укашева, новости МТРК.